Друзья, всех рад приветствовать! Компания Dooji выпускает свою новинку в 2024 году – смартфон Dooji V20S. Это защищенный смартфон с интересным дизайном, двумя дисплеями, основной дисплей AMOLED с поддержкой 5G, двух SIM глобальных. В этом видео познакомлю вас с этой новинкой, как максимально выгодно купить на старте продаж и посмотрим на особенности этого смартфона. Начнем с процессора. Здесь установлен Dimensity 6020, выполнен по 7-нанометровому техпроцессу. Этот процессор 8-ядерный с поддержкой 5G сетей. Это достаточно неплохой среднебюджетный процессор. В приложении OneTuTu 10 версии он должен набирать около 420 тысяч баллов. Этого более чем достаточно для комфортной работы. Оперативной памяти здесь 12, но из внутренней можно расширить до 32, 20 добавить из внутренней памяти виртуальной. Внутренний 256, плюс можно еще добавить карту памяти, поддержка до 2 ТБ. Фишка этого смартфона — это AMOLED дисплей, потому что на защищенных смартфонах достаточно редко используют AMOLED дисплей. И здесь размер получается 6,43 дюймов и с разрешением Full HD+. Пиковая яркость составляет 500 нит, что достаточно ярко как для защищенных смартфонов, плотность 409 ppi, а также дисплей сверху прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5-го поколения. А еще есть вспомогательный дисплей с обратной стороны, на котором отображается информация, день недели, дата, уровень заряда батареи. И здесь есть возможность кастомизировать и выбрать 14 стилей циферблатов. Батарея здесь, емкость немножко больше, чем стандартная, получается расширенная 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Модульный блок состоит из трех камер, основная на 50 с поддержкой функций искусственного интеллекта, далее на 24 камера ночного видения, на 8 получается совмещенная, она служит как широкоугольная, так и макро. Фронтальная камера от Samsung на 20. Смартфон оснащен динамиком с улучшенным звучанием, система Smart PA, а также что порадовало, что есть порт 3,5 мм для наушников. Из дополнений есть NFC для бесконтактной оплаты. Сканер для разблокировки встроен в боковую кнопку. Разумеется, Wi-Fi, Bluetooth, GPS. Для быстрой навигации поддержка GPS, GLONASS, Galileo, Beidou и AGPS. Программное обеспечение, установленная 13-я версия Android. Смартфон защищен по всем современным стандартам IP68, 69K и MIL-STD 810H. Получается влагозащита, пылезащита и ударопрочный корпус. Даже есть функция подводной съемки. Эта модель с хорошей комплектацией. Здесь у нас и защитная пленка в комплекте, зарядный кабель, конечно же, документация, гарантийный талон, а также из необычного – это для защищенного смартфона в комплекте идет защищенный чехол плюс с подставкой. Переходим на страницу товара, и здесь мы видим, что стартовала продажа с 8 января и продлится до 12 января. В эти даты максимально выгодное предложение. Кстати, не забывайте брать купон на странице товара, так можно купить намного выгоднее. Все ссылки, как обычно, оставлю в описании под видео, можете переходить и ознакомливаться. Эта модель доступна не только в черной расцветке, но еще и есть в оранжевой. Скорее всего, я еще сделаю полный обзор этой новинки со всеми тестами, поэтому если этот смартфон приедет ко мне, то на канале выйдет полный обзор со всеми тестами и возможностями. Не забывайте подписываться. На этом у меня все. Всем пока и до встречи в новых видео.